Мужской микс, осень-зима, сток, первый пакет. Сорок шестой размер мужского пиджака. Пиджак из весьма хорошего материала. Вот очень интересная модель. Это не рубашка, это куртка такая. Модель куртки такой. Размер L. Размер L, я сказал уже. Очень практичная. С теплой подкладкой. Подойдет на даже на позднюю осень. Весьма стильный молодежный вариант куртки. Пиджак размер. Размер английский 40-42. Европейский размер 102-107 ростовка пишет. Весьма молодежный стильный пиджак. Может сочетаться как с брюками, так и с джинсами. Вполне очень будет смотреться. Вот, просто классный бомбер. Размер L. Хорошая молния. Размер L. Очень молодежный микс попался мужской в этот раз. Приехал. Вот весьма уже такая более классическая куртка, которая может сочетаться как с джинсами, так и с брюками. Вполне можно одеть под что-то классическое сверху. Размер XL. Вот еще один бомбер. Размер M. Могу предполагать, что он двухсторонний. К сожалению, нет, он не двухсторонний. Размер M. Из хорошего, вполне плотного материала. Внутри подкладка хорошая. Фирма Адмирал. Джинсы 46 объем, 32 ростовка. Такие классические джинсы, или нет, это брюки. 36 объем, 32 ростовка. Вот весьма стильный вариант джинс. Уже с ремнем идет в комплекте. 40 объем, 32 ростовка. Молодежный вариант очень вполне. Джинсы, это джинсы с лампасами на резинке, 32 объем, 32 ростовка. F&F, 40 объем, 30 ростовка. Такой вот набор из флисовой шапки, перчаток, шарфа, спортивные штаны, размер S. Очень хороший сток, как вы можете сами заметить. Штаны фирмы George. Размер XL. Попадаются даже брендовые вещи. Да и вообще это сток
фирмы большинство. Вот это я не знаю, к сожалению, как она точно называется, фирма. Поэтому не стал говорить, но в стоке она часто встречается. Это весьма хороший очень сток. Болка вот размер. Сейчас секунду узнаем. Размер М футболки. Она идет в комплекте с шортами. Это вроде такого ночного пижамы, что-то мужской. Размер М. Вот такой вариант. Вот очень такие молодежные рубашки. Из хлопчата. Из хлопка. Приятное очень на тело будет. Можно как с брюками сочетать, так и с джинсами вполне. Здесь размер, к сожалению, он мне указал. Размер. Размер XXL. Вот весьма стильный вариант рубашки. Размер L. Думаю, вы сами можете увидеть то, что вещи просто очень хорошие. Размер M. Вот флисовая кофта, размер XXL. Качество данного бренда говорит само за себя. Вещи очень хорошие. Такая толстовка мужская, размер M. Размер L. Весьма очень стильный вариант. Вот футболки с такими принтами существуют. Размер L. Размер L. Очень хороший джемпер. Размер L. Вот такая жилетка фирмы George. 44 размера. Рубашки.
Весьма такой молодежный цвет. Размер рубашек 17, английский размер, и на той, и на этой. Такая моделька трусов. Все не буду вытаскивать. Тут меняется лишь только расцветка. Сами можете видеть, какая модель. Фирма трусы, фирма GBS. Размер, к сожалению, я не вижу, просто здесь что-то не написано почему-то, к сожалению. На вид где-то размер M или XL или L, где-то в этом районе. Набор носков. Все носки 42-44. Носки из хлопка. Тонкие. Ну, весьма тонкие на осень. Самое то. Также вот такой набор трусов. Не будем скрывать уже, хотя дабы, чтобы упаковку не сломать, размер M у них. Вот и все в целом этот мешок.